Ребята, заходим к нам домой. Всем привет, ребята, с вами Ксюша и Эля. И это, ребята, Эля, молчи. И это, ребята, рамтур по моей квартире. Здесь я живу с 1 мая, мне она очень нравится. И здесь просто очень классный ремонт, короче, суперский. И я вам сейчас сделала на нее рум-тур, покажу каждый уголочек. И, кстати, предупреждаю, здесь еще все стоит так, просто на первое время. Потом мы будем все переставлять и понимать уже, как нам удобнее. Не знаю, понравится ли вам или нет, но, в общем, сейчас вы все увидите, погнали! Первое, это кладовочка, вот она сразу здесь. Открываем, двери у нас все одинаковые. Здесь есть включатель-выключатель света, опачки, куча вещей и куча полочек также тут есть. Тут все просто валяется, потому что непонятно, что где будет лежать. А Элечка вот тоже довольна, зевает. К маме хочешь? Не, давай ты будешь на полу ходить. Сама. Ребята, короче, у нас еще все в коробках, в пакетах. Мы практически ничего не разложили. Хотя мы очень много разложили. Помнишь, мам, какая у нас тут гора пакетов в комнате была? Просто жесть. Так, все, выключаем свет и мы двигаемся дальше. Если вы наберете 20 тысяч лайков, тогда я сниму еще раз рум-тур, где все уже будет стоять на своих местах. И все коробки и пакеты будут разобраны. Ребята, а это туалет. Не знаю, показывают ли в рум-туре туалет, но я покажу. Вот такая вот красота, значит. Мне очень нравится здесь. Просто розочки, а еще смотрите. Самое главное, это розетка. А еще смотрите, здесь подставка. Это подставка под телефон, чтобы вы понимали. Просто все удобства. Следующее, это ванна. Самая любимая, там еще такое яркое, красивое. И как раз таки я вам сейчас покажу новиночки, потому что я вчера закупалась. И сейчас покажу быстренько, что я купила. Первое, это халатик. Классный вообще, сейчас это новинка. Только вчера его привезли, и я его сразу же купила. Он был последний. Тут есть такой беленький шкафчик, а сверху лежат полотенчики. В нем, кстати, лежит куча всего для ванны. Все это мое. Смотрите, здесь все Дольче Милк, я все-таки переставила. А сюда я поставила все от Victoria's Secret. Вчера новое я купила, вот такой скраб, просто бомбический, очень советую. Мне очень понравился. Также мне понравился крем молочко, нет, крем-гель для тела, тоже с кокосом и розой. Такой же я еще купила молочко. И еще из молочка я купила с вишней, с пальмами и алоэ. И последний вот такой, какой-то непонятный, я даже не знаю, но пахнет он прикольно. Тут у меня еще ничего не прибрано, но так просто на первое время. Потом еще мама по-своему тут все сделает, я по-своему. Здесь у нас стиральная машина, порошок и так далее. Там дальше гели для душа. Всего у меня есть 3 полочки. Здесь стоят как гели для душа, так и шампуни. Вот есть банановые, ананасовые, клубничные печенье. В общем, ребята, это все есть в видосе, когда я тут убиралась. Поэтому ссылочка в описании. Так, давайте дальше. Вот такие старые гели я сюда поставила. И мыло для рук. И также скраб старый тут стоит. Подставочка здесь для телефона. Ну, разумеется, куда же без него. Смотрите, здесь мы сделали все-таки вот так 2 крючка. И тут губочки. Еще я купила новый гель для душа с ванилью от Victoria's Secret. Просто обожаю его. Теперь мой самый любимый. Обожаю. Я просто... Мой самый любимый аромат это ваниль. И у меня даже шампунь есть, а Дольче Милк с ванилью. Поэтому вот у меня теперь все ванильное. Если вы не знаете, что мне подарить, дарите все с ванильным ароматом. Я очень заценю. Здесь стоят умывашки, тут зубные щетки, вот такая подставочка новенькая, прикольная. Также мыло жидкое, мыло обычное. Ну а здесь вот так, тоже разные умывашки. Тут еще добавилось и мамины, и папины, всякие шампуни, пена для бритья и так далее. Закрываем. Да. Сейчас двигаемся дальше. В другую комнату валим. Как заходишь в квартиру, тут сразу висит домофон, а на домофоне сумочка. И также мамина старая тумба на колесах. На ней лежит Элина рулетка для гулять. Дальше маска для улицы, копилочка. И просто куча зимних шапок и шарфов, которые мы еще до сих пор не убрали. Хотя уже пора, скоро лето, через месяц. Папины тапочки, моя обувь, короче, красота. Также тут есть Элина пеленочка. Куда без пеленочки, ребят, сами понимаете. Также тут есть вот такой прикольный розовенький диванчик с авокадиком. Все, ребята, видео закончилось, хоть оно только началось, неважно. Это новый роутер, пока что мы еще не знаем, куда его поставить, но интернет, кстати, в квартире вообще очень крутой. Ребята, а это не дверь, как в Хогвартсе, знаете, так просто через стену проходишь. Нет, это на самом деле
старая столешница, помните, которая у меня в комнате-то была? Мы даже с вами вместе этот стол покупали на Винзе, поэтому ссылочка тоже будет в описании. Пока что мы его не ставим в комнату, он очень огромный, мы решили поставить другой столик, потом вам покажу именно какой. А мы заходим на кухню. Ой, ребят, я вам не показала шкаф, мамин компьютер. Посмотрите, значит, такой прикольный шкафчик, тут раз полочка. Короче, так все очень удобно открывается. Два вот так двигаются, да. Вот. Смотрите, сколько у нас масок есть. У вас есть только масок? Просто жесть. Зачем нам так много масок? Мы открыли, пожалуйста. Вот. Такая красота. А вот мамин компьютерный стол и компьютер. Просто у нас сейчас как бы есть MacBook, все это знают, а мама никак не может в нем разобраться. Маме это тяжело дается, поэтому до сих пор на этом каком-то самсунговском компьютере. Господи. Я вообще не шарю в нем. И ключи компьютерные тоже у мамы имеются. Видите, ребята, такой маленький коридорчик, но тут все уютно и компактно. Ой, неважно, идем на кухню. Короче, дверь такая же, как везде. Заходим. Свет включается сразу вот тут. Опа, и опа. Здесь огромный диван, который расстилается, и получается вообще просто обалденная кровать. Я просто обожаю его, мой любимый. Он так очень мягенький. А это ножки от письменного стола. Также к диванчику идет такая тумбочка, на которой просто валяются сейчас все наши вещи. Вот, ребята, пока что так, после переезда у нас нет еще штор, только жалюзи. Кстати, еще смотрите, какой у нас прикольный телевизор. То есть вот вы сидите за столом, например, и вы хотите посмотреть телек, вам вот так просто взял, так перевернул, ну там вот так вот покрутили его. Если ты на диване лежишь, вот так сделал. Короче, вообще удобно, он вертится, крутится. В общем, ничего страшного, когда маленькая кухня. У нас при этом еще кухня-комната. Тут прям целых два окна, раз и два. И также балка такая есть, которая прям разъединяет одну комнату на две. Короче, классно. Также вот такой столик. А тут моя новая косметика. Я вчера заходила в галерею, закупалась там. Это, кстати, мой новый лук, посмотрите. Кофточка такая прикольная, штаны такие. Вот, хотя. Короче, давайте показываю палеточку свою новую от них. Тут целых 80 цветов. Так, стоп, это будет следующее видео, поэтому ждем. Также я купила два спонжика вот таких маленьких и салфеточки. Так, ладно, мы дальше продолжаем делать обзор кухни. Вот такая прикольная столешница и стульчики очень удобные. Также есть две розеточки, вдруг сел телефон. А вот это Эллен стол, у нее такой поднос и две мисочки с едой. Она сейчас ест, прям распечила. Так, дальше... Окно, и здесь вот салфеточки, такая коробочка, подоконник и штативчик. Я не знаю, для чего тут стоит, просто стоит. Огромная столешница, вытяжка вот такая прикольная. Смотрите, можно свет включить. Вот также тут есть вот такой стаканчик с едой. Можно я поем? Прямо сейчас. Чайник, кстати, мама покупала на видео, вам показывала. Ой, вы все видели? Также тут есть куча разных свечечек, которые мы покупали. Мы еще, кстати, ни одной не пользовались. Ой, мама. В общем, это свечки, это масло, соль, сахар. Это я вообще не знаю, что. Что-то уж прикольное. Балериночка вот такая красивая. Стаканчики. Вот новый мой стаканчик в виде лампочки. Фрукты. И здесь лежит посуда. Мы еще, короче, здесь ничего не убрали. Здесь просто все валяется. Как поставлено, так и поставлено. Так, дальше что-то папина. Здесь сухарики даже есть. Сухарики. О, чипсы! В смысле? А, это невкусные. Их я купила, я думала, они вкусные будут, они были такие острые, что я даже есть не смогла. Так, и здесь тоже посуда стоит. Ну, мы это с вами вместе складываем, это все. Хлебница, ребят, вот такая мама покупала. Здесь, правда, печеньки лежат, неважно. Закрываем. А на хлебнице лежат магнитики. И мы не знаем, как надевать магнитики, потому что как бы у нас холодильник встроенный. И просто эти магнитики не прилипнут к нему, смотрите. Как бы вот никак. Поэтому... Мы не знаем, что делать. Отправим холодильник, обзор на наш. Ребят, я пошутила, я не покажу вам свой холодильник. Так, и морозилка еще такая у нас есть. Ой, морозилка, кстати, тяжело открывается, поэтому вот так. Так, ребята, идем дальше в мою комнату, в последнюю комнату. Пойдемте. Го-го-го. Забыла выключить свет. Теряйтесь. Проходите. Закрыла. Ку-ку. Заходим. Да, ребят, вот такая маленькая у меня квартира, но зато уютная. Заходим. Опачки. Сразу поворачиваем голову сюда. Я составила совершенно все по-другому.
Посмотрите, какая красота здесь. Куча текстовых делителей. Я их поставила все по цветам. Видите, как красиво? Вообще классно. То есть вот первый ряд вот так вот идет, потом второй ряд так идет и третий. Следующая полочка — это духи. Кокосовая коллекция. Также коллекция после дождя и цветочки. Такие с фруктиками, то есть груши, сливой. Аквакис, ваниль. Смотрите, новый я купила вот такой. Мне просто очень понравилось такое молочко. Оно у меня уже до этого было. Я очень захотела для такого запаха еще иметь. Также я взяла с лилией, неоновый такой. И с подсолнухом каким-то цветочком. Вот тоже, короче, очень прикольный аромат. Также у меня был один с блеском, а я купила второй. Вот такой тоже классный. И также я для полной коллекции купила еще вот такое кокосовое молоко и с розой. А это все мое старое, поэтому тут ничего интересного. А это моя косметичка с линзами, то есть я нашла чьи линзы, поэтому вот так вот. Наверху я поставила вот такой контейнер, потому что мне одевать просто некуда. Здесь скотчи, ручки, текстовыделители разные, брелочки. Короче, я это убрала на первое время, ребят. Потом я все поставлю красивенько. Скорее всего, я куплю потом еще второй такой шкафчик под канцелярию, мисты и так далее. Потому что места реально не хватает, у меня очень много канцелярий. Также у меня тут есть разные тетради, книжечки, наклеечки и так далее. Канцелярия. Кстати, вот сюда можно как раз-таки вот это подставить. Лена, не возьми сюда. Понимаю. Конечно же нет, уходи обратно. Здесь стояла. Так, короче, здесь канцелярия, ластики, точилки, корректоры и т.д. Тут пеналы, а снизу все для тренировок и грим. А дальше идет шок-контент. У меня в комнате целых два косметических стола. На самом деле он здесь не будет стоять. Просто на первое время он стоит тут, а потом он будет стоять либо в прихожей, либо я вообще не знаю где. Ну или что, мне второй стол не нужен. Мы этот стол купили из-за переезда, потому что этот был слишком тяжелый, мы его сначала не перевозили на ту квартиру, но и купили этот маленький. А точнее, я вас уговорила, вы набрали кучу лайков, а мама купила. Ну и деваться было некуда. И вот такой маленький стол, посмотрите, я сюда поставила. Он прикольный, раньше у нас на кухне он стоял. Тут стоят подставочки пустые, также куча тетрадей, блокнотик, мой телефон. Ой, Лиза что-то написала. Также вот столько канцелярии, ручки. Вот это моя любимая, теперь просто обожаю ее. Пока что пустые подставочки, потом думаю, что все будет полное. Ну, в общем, со столом мы закончили, дальше переходим к шкафу. А посмотрите, кстати, сколько еще канцелярий под столом стоит. Вообще жесть, куда это вообще девать? А еще под столом есть вот такие тумбочки, ящички. Они полностью пустые сейчас. Так что еще можно что-нибудь сюда положить, тоже удобно. А дальше мы переходим к шкафу. И здесь у меня все лежат кофточки, вешалочки и так далее. Тут штаны. Так отдвигается все. Классно. Все видосы, как я здесь убирала, ссылочка будет на них в описании, потому что видосы крутые. А здесь у меня... Шифонерия, ничего не убрано, ничего не разложено, времени на все не хватает. Поэтому вот, показываю, что пока что есть. Дальше идет наш старый диван. Еще я вчера купила такую, кстати, классную косметичку от Виктория Си. Просто этим летом я буду куда-то уезжать обязательно. И для вас я буду снимать видосы, как я собираю косметику в эту косметичку. Потому что думаю, что с тем огромным чемоданом от Никс я точно не поеду. А вот это очень удобное и красивенькое. Так, что, погнали дальше? Куча игрушек. Здесь на диване лежит Джеральд, разумеется. И подушечки, и Эля, который ест косточку. Ребят, смотрим дальше на подоконнике. Есть еще куча игрушечек. И штор тоже до сих пор у нас нет. Мама, скажи, что мне говорить дальше? Ничего страшного, шторы будут. Да. Терпение, только терпение. Если ребята наберут лайки, сколько лайков им надо набрать? 22. 22 тысячи? Да. Тогда... 22 миллиона. Мы как... Я нарезала пальцами. Если ребята наберут нужное количество лайков, мы уберемся дома и также сделаем рум-тур по нашей квартире. 22 тысячи. Дальше идет балкончик. Я вам его пока что не покажу, потому что там просто куча все. Там все так разбросано, что я вам его пока что не буду показывать, а потом обязательно все покажу. Дальше идет телевизор на тумбочке, который стоит. Здесь куча всяких бумаг, которые мы еще не перебрали, разумеется. Просто куча всего. Английским. Английский нашелся! Ура! У меня вчера был дополнительный урок, я не знала, где мыть тетрадинг. Повезло. Тут гном, линолеум балетный, телевизор, разумеется. Это мышка от MacBook, короче, вообще классно. Двигаемся дальше, это мой косметический столик. Сейчас покажу Полиночку новую. Купила вот такую еще прикольно.
И также такую прикольную палетку я купила, посмотреть, как она разматывается, классно. Но это я вам покажу в отдельном видео, я просто показала, как она разматывается, потому что мне очень нравится. Кстати, ребята, смотрите, из-за переезда у меня стол много отлетел. Ну вот, видите, он прям ободрялся здесь, а еще полочка сломалась. Вот, видите, поэтому надо обязательно купить новый туалетный стол. Ребята, набирайте 50 тысяч лайков, и я тогда куплю себе новый стол. Это значит, что ты никогда его не купишь. В смысле, что ты с таким лицом? Ребята не наберут 50 тысяч. Молодец, что попросила 50. Давайте тогда 15. Нет, 50 уже все ты сказала. Нет, давайте уже меньше. Ну вот как твой канал наберет кучу подписчиков, ну, все, как они будут много ставить тебе лайков, так у тебя и появится, ребята, новый туалетный стол. Смотрите, еще купила вот такую помаду от NYX. У меня такая есть малиновая. Я купила еще такую красную, очень хотела. Мне еще так понравилась бежевая. Нам такая, типа... Это не рум-тур уже, Ксения. Она тебе не пойдет. Это не рум-тур. Она тебе не пойдет, мне не пойдет, значит тебе не пойдет. А на моем туалетном столике стоят целых 5 единорожек, а я просто сейчас вспомнила, что не надела сережки, которые подготовила, поэтому решила сделать это прямо сейчас, в конце видео. Ну ладно. Почему-то ты редко стала серьги носить. Ну, вообще нормально. Раньше такие крупные носила кольца, а сейчас какие-то мелкие носишь. Почему? Ну, потому что эти как бы такие оригинальные, вот, а те, они, знаешь, типа... Бижутерия. Да, обычная бижутерия. Так что, ребята, вот, после переезда все равно настроение хорошее, хоть тут все и валяется, но все равно мы будем убираться, и потом я обязательно вам сделаю еще один рум-тур. Вот, а кому понравилось это видео? А покажи, что у тебя в шкафчиках, ребята, не видели, и что вот в этой коробочке? А что там, я не знаю, что. А я знаю, там эти слаймы стоят твои. А, значит, здесь вот такая красота. Я все палетки вытащила, поэтому вот смотрим просто, что есть. Дальше все уходово для лица. Разные масочки, крема, крем для лица, вот для губ, патчи, крема и так далее. Дальше чехлы и все для волос там. Это полочка, которая сломалась. Здесь пудра банановая, также консилеры. У меня закончился мой самый любимый консилер от Sephora. Он мне очень подошел. Мы вчера, короче, ребят, гуляли в галерее, и нам не хватило времени забежать в Sephora. В магазине уже закрылись, поэтому вот. Также пудра у нас здесь есть. Раз, два, консилеры, праймеры, тоналочка. Дальше вот такая красотень, это мое украшение. Также я поставила вот сюда хайлайтеры, румяшечки и так далее. Я купила такие крутые румяна от NYX, мне они очень понравились, ребята. Просто такие крутецкие, смотрите, оп-оп. Оп-оп. Вот, видите, какая красота? Дальше мы берем кисть, абсолютно любую. Ну, я возьму свою любимую, которая у меня просто для всего. 24/7 я пользуюсь. И просто делаем вот так. Смотрите, видите, как круто? Мне очень понравился именно такой цвет. Вот, заскриньте, 01. Вот, это мое, любимое. Так, и вот такая красота тоже у меня тут стоит. Классно. А двигаемся дальше. Здесь тени, подводки. Ой, здесь тушь, подводки, тут все для бровей, помады разные. Это тоже, кстати, новенькая, это все увлажняющее. Еще, кстати, я купила вот такой, грубо говоря, клей для бровей, как бы он так и называется. Он их прям склеивает и прям зачесывает. Сейчас я вам не буду все подробно показывать, потому что я сниму отдельное видео тогда с косметикой своей, потому что это рум-тур. Я не буду здесь показывать свою косметику. Тут ватные диски, ватные салфетки. Для ногтей. Двигаемся дальше. И тут серьги и коробочка от айфона. Собственно, все. Ребята, здесь стоят палетки. Я их не выкидываю, просто я вам потом их скажу, для чего я их вытащила. Вот, а они стоят на коробке со слаймами, как мама уже и сказала. Ребята, мой переезд наконец-таки закончился, и поэтому папочку с названием «Переезд» я могу закрывать. Плейлист у меня такой есть. Кто не знал, ссылочка на него будет в описании. Потому что я целых 7 месяцев жила не в своей квартире. Ну, как вы видите, ребята, у меня тут все не прибрано, все так просто валяется. Потом, когда вы наберете 20 тысяч лайков, я вам даже покажу, что у меня в холодильнике будет лежать. Придется мне закупиться едой. И также вот стульчик у меня мой розовый, старенький совсем, до сих пор здесь стоит. Хотя мне нужно уже купить новый стул, прям к моему столику. Также я еще куплю шторы, повешу их сюда и обязательно сниму вам рум-тур. Ну а кому понравилось это видео, то обязательно ставим лайки и подписываемся на мой канал. И всем... Пока-пока! Ну, кусаешь, пока-пока, вообще-то всем. Всем хорошего настроения. Всех люблю, всем пока. Кто поставил лайк, тот молодец. Тому будут хорошие оценки.
А уже конец года, поэтому нужно заработать хорошую оценку. Давай, я прыгаю. Опа! Опачки! Опачки, попугайчик! Опачки!